Региональный этап по профессиональному мастерству ежегодно собирает студентов нашей республики. На базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса проходил второй день испытаний в поварском деле. Конкурсанты проявили свое мастерство, удивили, порадовали и накормили экспертов. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В кулинарном поединке скрестили ножи и разделочные доски 5 студентов-конкурсантов. В течение 4 часов участники, согласно конкурсному заданию, готовили 3 модуля блюд. Это соус майонез, амюсбуш равиоли с начинкой и десерт черный лес. У каждого из них свои секреты приготовления блюд, но объединяет их любовь к поварскому делу. Я с детства люблю готовить. Очень прям готовка мне приносит огромное удовольствие. Думаю, что я смогу. Рассчитываю на свои силы. У меня бабушка тоже была поваром. Мне изначально понравилось то, что я вот готовлю с ней, и решила по стопам пойти. Я хотела узнать для себя что-нибудь новое открыть, узнать, как это, каково быть конкурсантом. За процессом приготовления блюд, соблюдением санитарных норм, а также временем выполнения и подачи следят опытные эксперты, которые не один год посвятили поварскому делу. Каждый участник, они все справятся со своим заданием. Почему? Потому что сегодня они все проявляют все свои умения и навыки. Все стараются, все справляются со своим заданием. За второй день нашего конкурса никаких нарушений не выявлено. Дети настроены серьезно. Каждый хочет победить, что не может не радовать. Путь к сердцу экспертов лежит через желудок, как высоким баллом через мастерство участников. Членам жюри предстояло оценить подачу, измерить температуру и вес порции, а также соответствие по 3 пунктам – равиоли с начинкой, гарнир и соус. После необходимой процедуры эксперты приступили к дегустации горячего блюда, оценивали оригинальность рецептуры и вкусовые качества. Я могу твердо сказать, что участники справились с заданием. Что хочу сказать, действительно, реально, да, вкусно получилось. Спасибо детям. Конечно, с большим волнением они все это делали, но все-таки они справились с поставленной задачей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.